Новгородский сквер светлый, зеленеет на глазах. Площадка на улице Кочетова за детской поликлиникой превращается в приятное место для семейного отдыха. Очередную партию саженцев здесь высадили руководители мэрии и работники Акрона. Да вы ничего, да. Ветра пока нету. Пока ветра нет. На улице настоящее лето, так что погода для посадки выдалась идеальной. Таким шансом администрация города и публичное акционерное общество «Акрон» решили воспользоваться незамедлительно. В мешках с удобрением в своей очереди ждут 120 маленьких деревьев. Пригодится. Еще разочек ножик. Еще надо? Да, цепануло. Давай. Благоустройство сквера «Светлый» активно началось несколько лет назад. Раньше на этом самом месте была обычная пустошь, неухоженная и заброшенная. Она существенно портила общий вид города. Мы видим, как она благоустроилась. Все начиналось с ремонта поликлиники, больницы. И потихоньку эта территория приведена, я считаю, что в достойное состояние, потому что самое главное, есть инициатива жителей, которые видят реальные результаты. Мы всегда будем этому способствовать и содействовать. Способствовать положительным изменениям как раз помогает совместная работа мэрии, партии власти и сотрудников Акрона. Первоначально украсить сквер зелеными насаждениями решила городская дума и организовала масштабный сбор макулатуры. За бумагу участникам выдавали саженцы. К акции присоединились почти все образовательные организации Великого Новгорода. Озеленением сквера «Светлый» занимались ребята из 26-й школы и гимназии «Гармония». Но посадочного материала оказалось мало. Тогда подключились депутаты Гордумы, в том числе и Игорь Авдеев. И под этот проект потребовалось 120 единиц посадочного материала. Ну, тот материал, который был у ребятишек заработан, они посадили сами. А сегодня вот мы заканчиваем посадку данного сквера. Я думаю, что он будет радовать наших новгородцев. Для этого публичным акционерным обществом «Акрон» было дополнительно закуплено больше 100 саженцев сирени, липы, каштана и жимолости. На такое благоустройство сквера не ушло ни копейки бюджетных денег. Все за счет инициаторов. К ним сразу присоединились и студенты химико-индустриального техникума. В сборе макулатуры ребята не участвовали, но приложить усилия к посадке были рады. Говорят, дело хорошее, и мотивацию смог найти каждый. Выразить уважение тем, кто тут раньше сажал деревья, так как это место известно тем, что здесь, по-моему, в войну отечественную, да, высаживали деревья. Вот, но мы решили возобновить. Дальше больше считают организаторы акции и уже мечтают о новых преображениях. Не мешало бы установить еще пару качелей, а в ближайшее время возле поликлиники появится парковка. Серафима Карша, Петр Самусов, новости Новгородское областное телевидение.